Сезон самокатов в московском регионе открыт, но важно помнить о безопасности и соблюдать правила дорожного движения, в которые с 1 марта внесены правки. Теперь передвигаться можно на скорости не более 25 км в час, ездить по правому краю проезжей части дорог, где максимальная скорость движения ограничена. 60 км в час разрешено только любителям самокатов старше 14 лет. Средство должно быть оборудовано тормозной системой, звуковым сигналом, световозвращателями сзади и по бокам, также фарой или фонарем белого цвета спереди. Как к самокатам относятся жители Одинцова, узнали на улице города. Ну, я ими не пользуюсь, меня это не касается, но я не видел никаких таких происшествий с самокатами. Я слышал, конечно, но ни разу не видел. Очень удобно. Время такое, когда время торопит. Торопить делать хорошие дела. Плохо. Почему? Ну, потому что это очень показывает по телевизору, много сбивает людей. Едет кто как хочет. Ну, если правильно пользоваться ими, то нормально. К электросамокатам. Единственное, чтобы были выделенные дорожки. Я бы себе не купила. А когда-нибудь пробовали вообще кататься? Пробовали. Где-то года два назад. Ну, в качестве времяпрепровождения на часа два нормально, но не то, чтобы каждый день на них кататься. Если поаккуратнее будут ездить ребятишки, пускай катаются. Как вы относитесь к электросамокатам? Отрицательно. Почему? Поскольку мы уже пожилые люди, и есть опасность, что они нас собьют. Отрицательно, трижды отрицательно. Отрицательно, честно сказать. Во-первых, это опасно для жизни. Тем более сейчас в основном молодежь, они ходят в виртуальном мире, я считаю, что одевают и не слышат, что сзади. Я сама вот иду и даже проезжают мимо, я не слышу. Плохо, плохо. Почему? Ну, потому что у меня еще двое детей старших, они уже, не надо их водить за руку, и я опасаюсь, что могут запросто сбить, сшибить на тротуаре. Да, честно говоря, безразлично абсолютно. Мы не пользуемся, поэтому конкретных каких-то вот против или за у меня нет. Отрицательно. Но хочется попробовать. Попробовать хочется? Да. К электросамокатам. Ну, я их не очень люблю, потому что они превышают скорость и нарушают безопасность проходящих и пешеходов.